все, мы вернулись. 3 или 4 перезапуска потребовалось. И я вышла на улицу. Да, короче, Аня хотела убавить звук, вместо этого она нажала на кнопку выключения, и все выключилось. Все, мы вернулись. Отлично, отлично. Господи, сколько сегодня переживаний со стримом. Просто жесть. Сколько переживаний, капец. Фух. И вообще, это все Слава Godfather. Он своим донатом повалил стрим. Слава, это все ты. Это все ты. Красиво горит. Да-да-да, это я, конечно, конечно. Все, пойдемте внутрь. Это же великолепнейший Вунш-Пунш. Никогда сей мультсериал не смотрела. Дьявольском гениалкогольный коктейль, нем. Дерьс это норчалу гениалкоголище Унч-Пунч ПС, это не я случайно обрубил стрим. Да. Не ты, Слава, конечно. Все, мы вернулись, они все нормально попросили. Звук выключился. Вот так. Ваши донаты, или что, под рукой на телефоне, на втором. Да, минус 3. Спасибо, Слава. А до этого уронил табуретку Солдатуха. Да, Слава, руин. Спасибо, Солдатуха. Так, и Слава просил предыдущие по... Я не смотрела Вунш-Пунш. Не-а, не смотрела. Так я предыдущий видела, Слав, где Саша напоминала о сговоре с Аней. А, и про пацанов. Ну, про пацанов я, по-моему, пропустила, да. Вот, про пацанов вижу. Все. Все, теперь руку на пульсе держу. Все под рукой. Ну все, сейчас он подойдет к нам и закажет. Только догремел Твичкон, а уже на носу стрим фест. Блин, надо билеты в Москву купить. А то мало ли разберут и не будут. Уже на следующих выходах в Москву на стрим фест. Кто собирается на стрим фест из вас, ребят? Давай, Владик, спокойной ночи. Спасибо.
Да кошмар, Слав, у меня сегодня самый переживательный стрим из всех моих мобильных стримов, просто жесть. Минус нервы. Все не по плану вообще, все. Что там делать? Алло, ты, Саша, пиццу принесешь в гуле. Господи, он прям не переставая делает коктейли. Прям не переставая работает. Я готова произносить свой. Сейчас начали пиндер, меня тут уже не будет. А ты помнишь, что ты хочешь? Да. Людей нет, сколько он коктейлей делает. Уже 12 раз, капец. Я, наверное, придется все это удалить, потому что оно очень некрасиво разбито. Представляете, 12 маленьких стримчиков. Ужас. Спасибо, Слав. Сейчас я прочитаю, что ты пишешь. Ничего, ребят, мы вернемся в Питер, и в Питере все-таки полегче, конечно, будет с мобильными трансляциями, меньше запретов, но успокоительное. Спасибо. Мы с вами еще погуляем по Питеру как следует, покатаемся обязательно, автомобильные стримы у нас будут. И также, опять же, подписчики управляют моим стримом. Вам я плохо слышно, ребят? Было же нормально. Привет, Дэн, привет. А, все нормально слышно. Ну, present right. Ich hätte gern einmal der Satana Scholu genial alkoholische Wunderpunsch. Wunschpunsch? Ja. Okay, ja, mach ich gerne. Ich gerne Netflix. Netflix, alles klar? Danke. Gerne. Danke, Lena. Jetzt sagst du alles. Oh, du kommst doch. Wunschpunsch? Черт. Ja, зачем старалась? А я еще назвала его не Вунш-Пунш, а Вундер-Пунш. Вундер-Пунш. Даже жарко стало. Так, я разбираюсь. Тебе не жарко? Вот, Аня, все вот эти странные надписи, которые ты пишешь, это все смайлы. Ага. Значит, отвернитесь. Раздевайтесь. Это как в конце странички а-ля для детей. Тимон, смотри, какие мобилки стримы. Я YouTube канал чистила. Там картиночка прикольная. Да, пишите, пожалуйста, капсулу, ребята. Куртку не потеряй. Я однажды, кстати, потеряла пиджак. Это было в Риге. А еще я забыла штаны на благотворительном стриме в Москве. Они до сих пор у Тани Ивановой. Мы вместе летели на самолете, и она вспоминала про эти штаны. Рина, привет. Рина, с днем рождения. Они оплавились, как бы, посмотри? Или они так замотаны, закрытые? Ага, они так замотаны, да.
там светильники наверху замотаны, чтобы не разбить. Немножко подвину. Совсем во тьме. Нет, они не носят мои штаны, они просто лежат. Они просто лежат. Нам бы еще одну свечу, чтобы подосветить. Сцепка, привет. Накидайте сердец Рине, ребята. Поздравьте как следует. Аня, какой у тебя любимый самый бар? Одесса. Пятюню. Я вот тогда провела ребят в одной Одессе с примером. А там они говорят, у нас сегодня нет лимета, да, лаймов, поэтому мы не можем делать коктейли. Зря приводила. Пользуясь случаем, напомню про Инстаграм DinaBlin, паблик DinaBlinGame во ВКонтакте, Телеграм-канал DinaBlinGame, Ютуб-канал DinaBlin, Ютуб-канал AntiBeatyBlog, Анин Телеграм-канал Мэтт Берлин, Мэтт Нижний Почеркивание Берлин. О, давай вот так сиди. Вот так? Да, чтобы освещалось. Катик. Вот, мне нравится, что бомбодератор спамит только ссылки на Инстаграм. Спасибо, модератор. Ребята, вы соскучились по домашним стримам? Грохот, как на заводе. Грохот, потому что лед он сбивает лед. В шейкере его. В шейкере, да. Ой, на меня капнуло откуда-то. Соседи протекают. Да ладно, Ваня, шучу. Теперь Ваня спамит, что мои ссылки спамят другой бот. Ваня спамит. Фейкспанс. Так. Ну, я завтра вернусь, посмотрим, будет ли завтра стрим, насколько я буду в состоянии. Не уверен. А, это вода, я сразу поняла. Он просто поставил перед нами бутылку и два стакана. Я такая думаю, типа, это твой безалкогольный коктейль или что? Он просто бутылку поставил, а потом мы только начинаем читать. Просто вода. Я думаю, разольем воды. Давай. Вот вам, девушки. Да, 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 сисяй. Вот ваш безалкогольный коктейль из воды. Вот, пожалуйста, безалкогольный коктейль хотели получить? Очень безалкогольный, максимально. Блин, я так недавно пила очень какой-то тоже здесь на районе бар. X называется. X, одна буква? Ну, типа X, да, одна буква X. Ой, там был такой вкусный безалкогольный коктейль, просто божественный. А с чем? Что похож? Похож был на смесь всяких цитрусовых соков разных. И такой, знаешь, был типа не сладкий, не горький, такой прям очень приятный. Как типа май-тай, но не такой сладкий и прям... Строго. Это вода, если что, чат. Я чувствую нотки Берлина в данной водичке. Что у вас здесь? Русский источник, что ли? Рейнские горы. Горы Рейна. Источник из горного Рейна. Так-то, между прочим, не просто вода из-под крана. А вода бесплатная, мы же не платим. Он просто так. А вдруг он нам поставил воду, нам говорят? Нет, я думаю, что это бесплатно. Но я надеюсь. Аня, а вдруг типа, мы можем воспользоваться, а может нет? Ну, теперь уже поздно, мы уже воспользовались. Короче, придется выпивать всю бутылку.
не жалко было. Можно еще потом будет фан. Да, ребят, в Германии есть понятие пфанд. Это, собственно, налог можно назвать, да? Налог на пустую тару. Пошлина, да. Хорошо, пошлина на пустую тару. Как пластиковую, так и стеклянную. То есть, если вы купили бутылочку Кока-Колы, вы ее выпили, у вас два варианта. Либо вы выбросите ее и потеряете 25 центов, либо вы пойдете в пункт приема тары и сдадите, и вернете себе обратно эти 25 центов. То есть, пфанд, так называемый, он всегда включен в стоимость. Вот, важно. Так что, как говорится, бутылочку не выбрасывайте. Я вот коплю. Ну, а потом за раз все выбрасывают. В смысле, сдаешь. Это нормально, так все делают, это удобно. С мешком сразу приходят. Вот эти возвратники фанды есть во всех продуктовых. Да, во всех супермаркетах. Просто приходишь туда, закидываешь бутылки, и тебе вылезает обратно чек, который ты на кассе можешь либо оплатить покупку, которую ты совершил, либо попросить на ручку. Поэтому бомжи все собирают бутылки. И, кстати, пластиковый дороже, чем стеклянный. Стеклянный по восьмерочке, по-моему. По 8 центов. Вещи у меня рядом лежат, все в порядке. Да, две бутылки Кока-Колы, это уже 50 центов, да. А 50 центов, между прочим, это порядка 40 рублей. Я считаю. Ты булку считаешь? А это вот Underscore из Финляндии, у них большие пластиковые по 40. В Финляндии. Так-то. Здесь, мне кажется, нету разницы по размерам пластика. Да. Пластиковые просто все по 40. Во многих других странах есть. Но где-то сильнее развито, где-то слабее. И вы не можете, например, купить что-то в Германии, а сдать в Финляндии. Да, здесь размер не исключение. Блядь, хирцу фау. Блин, они тут так расписывают свою воду. В Германии сдал в Финляндии, тупо контрабандист. Купил с фаном 25, сдал по 40. Ну все, сейчас организовал бизнес. Через Underscore будут в Финляндии сдавать бутылки. Привет, Роман. Мы сейчас находимся в одном из баров Берлина. Пока мы пьем воду. Да, пока мы пьем воду. Грустная история о том, что мы пошли бомбить воду. Кла-кла-кла. Просто самые нелепые истории у нас в Кубани. Слушай, ну это явно не самая нелепая. Блин, давай подумаем, какая у нас была самая нелепая история. Ну когда так нужно сесть и вспомнить историю. Это же эти командировки. В Гамбурге. Да в Гамбурге со мной вообще ничего интересного не происходило. Гамбург — это самый смешный город, там вообще ничего не происходит. Согласна. Я там пыталась найти себе приключения, так не нашла. Я помню, как я такой тот айфон, который себе потерялся, как я на него вино пролила. Ну так себе история. Ну так себе история. Ничего себе пролила. Он еще новый был тогда. Да, он еще тогда был новый. Ага. То есть вы понимаете, что когда тот телефон был новым, Аня на него пролила вино, а сегодня он вовсе потерялся. Это судьба. Главное, случайно свечку не выпить. Но мы не можем сказать бармену, чтобы он не шумел. Ребят, он готовит как перебили. Мне кажется, такие истории лучше искать скорее на корпоративах или на посадке, на работе. Но я просто не уверена, что это что-то можно... Нормальный шатт, да. Кстати, а тут у вас есть корпоративы? Да, окей. Да. Не молодежные. Тут просто в целом гораздо старше коллектив. Да. Да.
шестерка. Там у меня данные всякие лежат. Интересно, когда дойдет очередь до нашего коктейля? Да там в порту тоже ничего нет, дресс-код. В Гамбурге все мертво. Он Гамбурга? Да. Ясно, зачем? Ну, типа, приключения. К сожалению, воняет, нет, по подключению. К сожалению, не можем показать бар. Нам запретили. Они не просто меня ногой. Я все тянусь к этой свечке. У тебя, да? Да. Красивый. Это Netflix? Да, могу показать. Ну, внешне покажу, конечно. Ай, ты его нагреть хочешь? Красивый рыженький такой. Это Аня, на свой я еще пока ожидаю. Вот так. Что, кислый апельсин? Нет, там алкоголя просто не впечатляли. Вот я прям, знаешь, апельсинку макаю, и я уже немного, мне кажется, это захмелела сразу. Черт подери, что будет хмельная Аня. Ой, да ладно, я нормально готовлю. Это мой? Да, конечно. Я, пожалуй, подожду, пока там лед растает. Что они там натворили? Да, Гамбург-миллионник, ужасно скучный миллионник. Гамбург второй по размерам. Но тут же Винкенкамеры на третьем месте гораздо круче и там гораздо веселее. Между нами тает лёд. Между мной коктейлем тает. Так, короче, сейчас Аня уже начнёт смеяться над всеми глупостями, которые вы пишете. Нет. Нет, не начнёшь? Ну, сейчас проверим. Чат, ну-ка, расскажите-ка анекдот. Да, в описании были, я так понимаю, что два или три бедерома, мне кажется, наверное, поэтому такое. Это всё. Блин, он пахнет ромашкой. Как ты вообще это пьешь? Как ты вообще можно пить? Я подожду, пока лёд. Это просто жесть, ребята. Мне кажется, там просто сплошно алкоголь. Солдатуха! Здесь должен был быть текст. Спасибо огромное, Солдатуха! Спасибо огромное! И я, кстати, напомню, что топ-3 сегодняшних донатера получат от меня посылочки с сувенирами из Берлина. Там конфетки, магнитик, открыточка и стикеры, кстати, пока. О, бесплатные открытки сейчас мне. Ну, в смысле, у вас будут другие. Эти для меня. О, спасибо. Это то, что мы из Mercedes-Benz. Да.
Не поджидно. Спасибо, что я сюда тут. Только... Здесь я сейчас кое-что проверю. У нас же просто стрим 100 раз перезапускался. Блин, я не знаю, смогу ли... Наверное, смогу с телефона проверить. Из-за этого топ-3 вот в этом углу тоже сбивалось. Блин, мне не дают фильтрануть, черт. Давайте сообщить вам точно, что потом лагать. Черт, куда делась эта палочка? Нет. Одна палочка из трех ушла. Кстати, у Ани отличные английские и немецкие. Прям русские оба языка. У нас палочки уходят. Вот куда они деваются? Все же хорошо было. Нормально же общались опять. Опять одна. Чат живите. Чат поддержите. Good. You like it? Угу. Good. Like it. Давайте посмотрим, потом расстанем. Можешь по ним забивать? Надеюсь, что нормально. Есть собачечка. Но это вкуснее. Сладенький. Почему к нам еще никто не подкатывает? Мы тут все парочками. Да? Нет, да. Тоже парочка. Вот в Новой Одессе, мне кажется, уже могло бы... Ой, в Новой Одессе, там, мне кажется, только стоит зайти, встать в бар и все. Кстати, пока у нас... Телефон на этой штуке, я вас поставлю на заряд. Чтобы зря время не терять. Нет, Дина пьет алкогольный коктейль, она не вымывается. Там пишут в чате, что Дина уже вымывается. Я без алкогольный пью. Так я говорю, а, я сказала алкоголь? Да. Зовите Романа. Слушай, Аня, блин, что? Почему ты Романа? Романа, блин, у Романа не было. Да почему? Потому что. Ты вот, подожди, или вы уже знакомы? Нет. Но ты же знаешь мои критерии. Он не подходил. А может он чату бы подошел? Ну, смотри, чаще утро управляет твоим стримом, а не моим, да? Так, сколько сейчас зарядки? 31%. Пора написать роман. Язык уже заплетается. Эй, я вообще-то встала сегодня в 5 утра, и я заплетается язык не то, что я выпила глоток алкогольного коктейля. Ты всегда стоишь в 5 утра, блин. Они всегда стоят в 5 утра, вы прикиньте. Что это за человек такой, стоит в 5 утра? Ну, я поспала сегодня. Ты спит днем. Как ребенок. Просто тихий час. Или как бабулька. Да, тоже бабулька. Лаги растут. Написать Романа. Да блин, Романа уже не получится написать, я его уже размачиваю. А нельзя заново найти того, кого ты есть? Ну, типа, если кого он разогнать тебе попадется, тогда можно, а так всегда. Забивай моим, нормально. Мне все нормально. Я переживаю, ты сидишь, смотришь, ты пьет. Ну, я не хочу просто сразу напить весь коктейль. И в этом спать днем пушка вообще, да, спать днем круто. Если просто днем чувствую себя разбитым. Ну, у всех по-разному. Ну, по-разному. Что у меня, кстати, за штучки? Мне кажется, это нормально.
5 утра доить коров, и тут нет, не доить коров, поэтому... Слагер. К сожалению, ничего нельзя сделать. По 10-бальной шкале, насколько у нас сейчас лагает? Одноразовый выход на улицу, к сожалению, исправит ситуацию. Короче, плохо. Короче, все плохо. Очень стабильный. Нет, он периодически отваливается. Не хочет, чтобы он помешает. Ну, тогда нужно будет завершить исследование. То есть у вас только звук, понятно? The detriment of giving the impression that if you express to him what a woman needs, his comprehension is definite. Все только хуже становится, я поняла. Да. Давайте, пока вы нас слышите, стоп-кадры смешные. Держите. Пока вы нас слышите, давайте тогда будем сейчас закругляться. К сожалению, очень сильно подвел интернет, несмотря на то, что во время стрижкона все работало отлично, и тот же самый интернет у других стримеров по городу работал отлично. Сегодня почему-то очень много проблем мы испытали с ним. Что там Денис включит? Конечно, редиска. Подтверждаю, тот еще редиска. Дениска, привет! Мы сейчас уже будем закругляться. К сожалению, все прошло не так, как хотелось, но я надеюсь, мы в Питере все еще догоним. Как следует с вами. Не всегда все можно идти по плану, правильно? Эх. Мы тогда еще сами посидим, поболтаем. Ребята, а с вами мы повидаемся либо завтра вечером, в чем я не уверена, либо послезавтра уже точно. Вот. Давайте сердечное питание. Это хороший смысл теоретического порядка. Все, давайте, все, на тему. Вот. Вот, Аня, приятно познакомиться еще раз. Аня, чат. Аня, было очень приятно пообщаться со всеми. Вот. Не обижайтесь, не люблю. Я сама их обижу. Так что всем пока, хорошего вечера. Спасибо большое, чатик, что сегодня будет с нами. На следующем же стриме из дома расскажу, кому поедут посылочки берлинские. Вот. Спасибо большое, что поддерживали. Цапались, половились. И не забывайте, Инстаграм, Динаблин, паблик, Динаблин, Гейм, ВК, Телеграм-канал, Динаблин, Гейм, мой Ютуб-канал, Динаблин, я не смотрю влогу, микрофон. Подойдите классные руки. Прощаюсь с вами.